Что такое любовь? Ну, ничего себе. Хороший такой вопрос. Три слова написали вопрос. Как ответить вам на что такое любовь? Думаю, что такое вот любимый человек? Любимый человек – это человек, с которым вы хотите провести больше всего времени. Это когда вы не спорите, кто быстрее, кто из вас будет мыть посуду, а быстрее помыть посуду, чтобы побыть вместе. Любимое дело – это дело, которым ты хочешь заниматься. Любимое – это то, чему хочется себя отдать, ради чего хочется, скажем так, оставить какие-то другие свои цели, интересы, и, может быть, даже умереть за любимого человека. Любимый человек – это тот, кто тебе важен, чтобы он был, и чтобы ты, ну, желательно, был рядом с ним. Но это, конечно, глупое занятие – давать определение любовью, потому что это опыт переживания, это не действие. Его невозможно объяснить. Можно только почувствовать, то есть, что такое любовь.